Я думаю, то, что эти ботинки нужны, чтобы проходить через такие места, где обычные ботинки не пройдут. Так, а где обычные ботинки не пройдут? Например, где очень вязко. Вязко. Сильно вязко и ботинки. Ты думаешь, в заболотистых каких-то местах? Сапоги, ботинки. А для чего такие ботинки нужны, интересно? Посмотри на них внимательно. Как ты ходить думаешь? По грязи. По грязи? Да. А зачем ты тогда такие вот скобы? Не знаю, сапожки для снега. Так, ну, ты думаешь, чтобы не подскользнуться, да, на снегу? Ну, нет. Их одевают люди особенные, которые поднимаются куда? На горы. Как их называют? Путешественники. Альпинисты. Альпинисты. Эти ботинки предназначены для альпинистов? Конечно! Такие вот есть скобы специальные. Чтобы не упасть? Ну, конечно, они позволяют не упасть. Но кому они могут позволить не упасть? На льду. Ты прав, на льду. Но даже и не на льду есть сложность. Когда передвигаешься, есть сложность передвижения. И эти ботинки способствуют тому, что можно легко передвигаться. Она помогает еще, чтобы не падать на камушек. Это как? Чтобы в гору подниматься, в лед, чтобы не упасть. Альпинист. Такие ботинки, да? Да? Молодец. Называть их на гору? Да, действительно, это люди, альпинисты, которые используют вот такие ботинки.